Продолжаем выпуск. Нужные и полезные подарки для самых маленьких пациентов. Специалисты неонатологического отделения клинической больницы номер 5 каждый день борются за жизни малышей, которые появились на свет раньше срока или родились с серьезными заболеваниями. Врачи дарят шанс на счастливую и здоровую жизнь детям и их родителям. Сегодня, в преддверии Международного дня защиты детей, депутаты Волгоградской городской думы вместе с активистами местного отделения партии «Единая Россия» передали подарки, которые будут полезны новорожденным и смогут облегчить труд медиков. Крохотный Толя родился чуть меньше месяца назад. Малыш появился на свет раньше срока и сейчас вместе с мамой набирается сил и готовится к выписке. Дома его ждут еще две сестры и брат. Гестационный срок был 30 недель, была отслойка плаценты и кровотечение. Ну, достаточно все сложно было, тяжело. Ну, как бы сейчас вот реабилитируемся, так сказать, растем, набираем вес, кушаем. Ну, в общем, живем здесь пока. Специалисты отличные, весь персонал вообще очень хороший, все девочки хорошие, все объясняют, рассказывают, вот чистота идеальна. Окрепнуть и получить шанс на здоровую и полноценную жизнь Толе и многим другим маленьким пациентам помогают специалисты неонатологического отделения клинической больницы номер 5. Здесь оказывают специализированную, в том числе высокотехнологическую помощь новорожденным Волгограда и области. По доброй традиции депутаты городской думы по Краснооктябрьскому району в преддверии Дня защиты детей пришли в медучреждение с подарками. Для юных пациентов наборы средств по уходу за ребенком, специальные смеси для кормления и термопоты. Это устройство помогает поддерживать постоянную температуру воды. Это очень важно с тем, чтобы облегчить работу медицинской сестры молочного поста, постовых медицинских сестер для того, чтобы вскармливать детей, приготавливать смеси, давать воду для питья. Депутаты поблагодарили медиков за профессионализм, чуткое и внимательное отношение к маленьким пациентам и их мамам. Прекрасный коллектив, замечательные доктора, истинные профессионалы своего дела. Конечно, это чувствуется вот, с первых минут общения, насколько они погружены в свою тему, насколько они озабочены и с огромным желанием восстановить здоровье наших детишек. Здесь точно знают, что безвыходных ситуаций не бывает. Врачи выхаживают детей с низкой массой тела и различными патологиями. Медики признаются, что каждая выписка для них одновременно и радостное, и волнительное событие. В учреждении работает школа матерей. Такие детки требуют особого ухода, поэтому медики стараются подготовить мам и к периоду, который будет после их выписки. Сотрудники этого учреждения, конечно же, занимаются колоссальной работой. И это, как я сказал, уже гиперответственно. Хотелось бы пожелать, чтобы все дети были здоровы. А если кто-то вдруг оказывается в этом учреждении, конечно же, они, выходя отсюда, были полноценными здоровыми детишками. В настоящий момент на лечении в неонатологическом отделении клинической больницы номер 5 находится 45 малышей. Врачи прикладывают все усилия, чтобы каждый из них рос здоровым и крепким. Светлана Ларикова, Виталий Грищенко. Время новостей.